если брать гражданскую продукцию, то вы знаете, что в прошлом году мы представили Redmi iPhone на колесах, и для него есть точные рынки, они определены, у них есть очертания. И мы точно с этой продукцией подвинули очень многих тех, которые считались там пионерами там, в трамвайном построении, в создании трамвая, в том числе в дизайне, в определенных технологиях, в компоновке, в материаловедении, вообще в принципах подхода. И для этого есть определенные рынки. К сожалению, мы этот проект сейчас констатируем, что если мы в ближайшее время не решим вопрос здесь по финансированию, будем вынуждены производить за рубежом, потому что тренд не может останавливаться. Мы собрали такую группу инженеров, технологов, дизайнеров, которым нужно давать работу. Но это российский продукт, который доказывает фурор в весь мире, что мы можем это делать. Что касательно военной продукции, у нас есть традиционные рынки с теми странами, с которыми мы сотрудничаем. Мы это развиваем, но в связи с санкциями мы испытываем трудности в поставке денег. И это нас единственное является сдерживающим фактором. Поэтому кризис – это одно, санкции – это другое. Вот сейчас, конечно, нужны, в принципе, существует большая возможность проверить, во-первых, самих себя, как мы можем двигаться вот в этих непростых условиях, на что мы вообще способны. Ну и, соответственно, приходится, конечно, быстрее передвигаться и быстрее ориентироваться и принимать быстрее решения.